Привет, друзья! Сегодня отличный салатик. Яйца нарезал мелко, огурец, редиска, зеленый лук, сметана столовая ложка, майонез столовая ложка, немного соли, черный перец. Перемешаем. Отправляем в салат. Перемешиваем. Готово. Вот такой простой и вкусный салат. Сверху я добавляю сюда немного укропа. И, в принципе, на этом все. Обязательно попробуйте, подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь. Всем мира, добра, удачи, пока.